Губернатор Приморья Олег Кожемяка поблагодарил за работу спортсменов и организаторов 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Организацию соревнований высоко оценило руководство страны, а само мероприятие позволило еще раз показать, что Россия открыта миру, и подарить самые теплые и позитивные впечатления от Приморского края участникам. Хочу выразить огромную благодарность, прежде всего, организаторам этих игр и Международному комитету, и дирекции игр, и за 25 лет существования «Детей Азии», тысячи спортсменов, которые приехали сюда, получили истинное наслаждение и нашими красотами, и возможностями посмотреть на море, где-то покупаться, потому что многие из них живут в тех регионах, где этого нет. Ну и, конечно, это общение, которое позволило вам видеть всех своих сверстников в различных странах. Генеральный директор дирекции по проведению 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов, в свою очередь, поблагодарил губернатора Приморья за поддержку инициативы о проведении спортивных игр. Мы увидели и смогли собрать очень профессиональную команду, которая состоит из транспортных менеджеров, из силовых структур, из врачей и, конечно же, из тех, кто находится рядом с вами, Олег Николаевич, это администрация города, аппарат губернатора, который очень сильно помогал нам, министерство, ведомство, рабочие группы. Я считаю, что это большой толчок и начало развития нового витка, развития спорта в целом на Дальнем Востоке, в азиатской части нашей страны. Гендиректор вручил Олегу Кожемяка памятные подарки – факел 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» и комплект медалей. Далее глава региона наградил спортсменов и организаторов игр. Конечно, заполнялось больше всего открытие. Это было прям потрясающе. Звезды выступали, пели, прям красиво все было. И, конечно же, запомнится океан, друзья, ну и другие страны. В общем, мне все понравилось очень. Я хотела бы еще раз попасть на «Дети Азии», но, к сожалению, мой возраст уже не позволяет этого. Больше всего запомнилось, конечно, фестивали открытия, закрытия, выступления ребят, которые хорошо себя показали, какие-то именитые танцоры, которые приезжали. Я думаю, это очень важно для нас. Благодаря этому мы развиваемся как личности. Становимся сильнее. Анна Дьякова, новости на 8.